Вот мой второй день здесь. Столбы сгнили, увидели, вот оно все, гнилью лежит. Вот это Симаковский пруд. Ближе нельзя, подводить. Пытаюсь легонько подвести. Вот это корова, тут не только и коров-то. Степа скоро поет учиться. Вообще сегодня ветер, волны гонят. Мы увеличили раза в 4. Здесь воды раз в 10, наверное, а ширина вот такая, раз в 4. Много тут белок было, там видно, на пруду растут деревья. А тут колодец было там в кустах, вот в этих, ушло под воду. Сейчас, и вот новые поставили столбы. Это у нас получилось 9 столбов. И этих сколько у нас? Раз, два, три, четыре. Я говорю, совет нужен, совет. А? Совет нужен ваш. А-а-а. Сейчас я еще покажу, как это. Яма глубокая. Это здесь у нас костер. Мы с собой берем шарик. Вот он здесь. Ой, ой. Ой. Ну что? Ну ты. А это вот еще можем брать. Тут глубина 3 метра. Думаю так. Сейчас скамейки тут упали, надо снова делать. Это все ограду загородили сегодня. Вот такое дело. Раз, два, три, четыре, пять. 5 жердей. О, трава нынче какая. О. Вот так. Вот мы привезли тут. Которые пойдут вот это закапывать под скамейки. Вот она где. Но это еще не все. Вроде на этот. Вот он вчера напилили. Вот они какие. Это все сосновые. Я быка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, кажется, тоже. Вот какое дело. Все, коровы ушли, нету. Он знает, как пасти. Ну что ты? А он, ты еще тут уже расписался. Тебе это принадлежит разве, а? А он не может как. Помочился, это значит его хозяин. Костер. Важное дело, сколько песен спета здесь. Ну ладно, ладно. Шарик, а? Наследственная фамилия это Шарикова. Так, это мы вчера здесь были, оставили. Это мазилка, это отработка. Вот так. Так, я мазилку несу. Сильно так глубоко не надо. Вот так. Вот она стоит. День за день ее. Вот, Владимир Александрович, какие. А там дальше вон, на той стороне, там раздевалка, крест стоит. Не знаю, видно будет или нет. Крест, раздевалка. Ну, а здесь люди. Здесь все надо обдумать было, как что. Скамейки здесь подгнили. Сейчас менять будем. А это уже 12 часов. Напоил и погнал. А это лагерный. Лагерный здесь был. Вот он здесь. Гонят. Провода идут. Это электричество гонят. 15 километров сюда. Я не знаю, сколько здесь. 1000 или 100. Вот так. А это вот отдельно здесь. Это туалет. Там яма большая. Тут все обдумано. И вот куда вода зашла. Тут никогда я не был. Там было оно, ну,
Ну, побольше, может быть, до пояса. А сейчас тут метр два. А вот можно посмотреть, как идут провода. Столбы. Это я все попутно показать. Сегодня у нас 30 августа 2024 года, пятница. Многое что меняется. А здесь мы родились, я вот на Карповке, с Тюменского района. А это теперь Мамонтовский. О, какие у тебя здесь комарики-то на мордашке-то. Смотри, что делается. Ах, твари такие. Шарики. Они тебя кусают, а. Ну все. Ой, 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 ой. Да ласка ты моя. Но сам ты согнать не можешь их. Вот так. Вот. Побили их. Все отлично. Маленечко как бы наклоненное, но нисколько незаметно. Теперь осмолить только надо. Так, я подхожу. А тут ярусы такие, где раньше было, сейчас нету. Кривые деревья, вот так вот в яме. Ну, как подиум. Вот так. Владимир. Вот это вот. Вот так. Можно прибивать, а потом уже... А толкушку-то взял? Да. А где она? Вот. Давай туда. Я буду сейчас туда подтаскивать землю. Так, ну все, я отключаю.